И мы знаем, как на основе денег и власти наиболее процветающие сильные страны сегодня исторгают веру из своей жизни. Это не значит, что в тех странах вера уходит из жизни людей, но сегодня там становится все более и более трудным исповедовать свою веру. А мы, народ наш, Русь святая, Россия, пройдя через тяжелые этапы полного отрицания бытия Бога и всякого присутствия Бога в жизни народа, сегодня к Богу обратилась своим ликом. И то, что мы видим, замечательно. Мы видим большие перемены, в том числе и в сознании нашей молодежи. Ни одно поколение молодых людей, как это, не подвергается таким искушениям, таким соблазнам, таким развращением нравственной природы, как нынешнее поколение. И потому чудом Божьим является то, что все больше и больше людей, молодых людей, связывают свою жизнь с Богом, на Него возлагают упование, формируют способы и средства сопротивляться дьявольскому искушению и строить по Божьему закону свою жизнь. Вот это явление есть явление силы Божией. И когда те, кто уповают на человеческую силу, с улыбкой, снисходительной и иронической воспринимают нашу надежду на Бога, мы отвечаем им не иронией, тем более не злобой, мы отвечаем молитвой за весь мир, понимая, что молитва сильнее денег, сильнее власти, сильнее оружия.